Золотая осенняя пора радует нас буйством красок и разноцветными пейзажами, а коммунальные службы Бреста в это время усиленно работают, чтобы привести город в надлежащее состояние к зимнему периоду. В рамках месячника по благоустройству города проводится уборка листьев и мусора, покос травы, посадка деревьев и кустарников, приведение в порядок парков и скверов. И это лишь малая часть работы, которая должна быть выполнена в период с 12 октября по 12 ноября в городе над Бугом. Мы делаем уборку остановочных пунктов, проезжей части улиц, тротуаров, газонов и скверов. Для того, чтобы дать задание работнику, я с утра, в 6 утра, я уже знаю, что кому надо сделать и куда его поставить. Сейчас у нас, видите, золотая пора, это осень. Люди занимаются уборкой листвы, также у нас идет раза два в неделю, раз в две недели покос травы на газонах, это мы тоже убираем. Ну и само собой мусорки. Мусор мы собираем каждый день, утром и после обеда. Мне просто нравится, когда я иду в лес там, и он очень чистый. И когда улицы, когда люди идут к тебе навстречу, улыбаются. Мы очень много знаем живущих здесь людей. И то, что ты идешь, и ты знаешь, что твоя работа приносит пользу кому-то, не только себе, это уже очень хорошо. Все бригады работают для того, чтобы в городе было чисто и уютно, несмотря на переменчивую погоду. Уборка города – дело непростое, да и к тому же это тяжелый физический труд. И тут на подмогу человеку приходят машины-пылесосы, триммеры, воздуходувки и прочая техника. Техническая составляющая коммунальника довольно-таки серьезная. С ней работают только те сотрудники, которые прошли специальное обучение и имеют допуск. Но все-таки основными орудиями труда и самыми надежными помощниками по-прежнему остаются метла и грабли. Наша профессия не из легких, конечно. Она требует и внимания, и уборки. А самое главное, это успеть утром сделать порядок, чтобы люди шли довольны на работу и радовались. Многие люди идут, если видят, что уже порядок, говорят: большое спасибо вам за уборку, вы молодцы, вы трудитесь. Ну, хорошие слова говорят нам. Мы стараемся убирать город. Для людей стараемся, чтобы людям было удобнее по городу передвигаться, чище город делать, красивее. Активно участвуют в месячнике по наведению порядка в нашем городе и специалисты городской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ликвидация свалок, посадка деревьев и кустарников и многие другие вопросы в зоне их ответственности. С 12 октября проводится месячник по наведению порядка на земле. В этот период это какие основные работы? Это уборка несанкционированных свалок, уборка сухостойных деревьев, посадка деревьев и кустарника. Ну, это как бы основные вопросы. Несанкционированные свалки при объезде города выявляются, поэтому свалки убираются. Активно принимают участие предприятия города, ну, так как, например, в субботу активная часть Брестжилстроя проводила уборку территорий в районе областной больницы. Другие предприятия города тоже участвуют в этих мероприятиях. Благодаря усилиям работников коммунальных служб уже проведена масштабная работа по уборке, озеленению и благоустройству города. На данный момент высажено свыше 1700 деревьев и 13200 кустарников. Для того, чтобы по-прежнему каждому из нас и в любую пору года было приятно прогуляться по ухоженному парку или скверу, пройтись по чистым улицам и насладиться красотой родного города. И все-таки еще раз хочется напомнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.